для кого не секрет, что темп життя за апошнее стагоддзе неверагодно паскорыўся. И тяжко сегодня знайсці сумуючага человека. Так что не от суму, а у пошуках духовной ежи проглядываем культурные подеи столицы. Великий театр запрашая на балет «Вітаўт». Твор национальный, який прославляє одночасово и белорусскую историю, и белорусское мастацтва. Музыку до спектакля написал сучасный композитор Вячеслав Кузнецов, хореограф, народный артист Беларуси Юрий Троян, авторы либретто – ведомый белорусский драматург Алексей Дударов и наместник генерального директора Великого театра Владимир Рылатко. Я драматург, все ж таки театрально-драматичного театра. И слово для меня важное. Я все життё прожил в драматичном театре. Але самое главное, они заховали, молодцы. До речи, как только пошла увертюра, у меня мурашки по скуре побегли. Вот, а это много что говорится. У основе сюжету боротьба князя Вітаўта и короля Ягайлы за корону. Тут есть все – кахание, мужность, здрада. И хоть у спектакля немало лиричных сцен, его называют мужчинским. Сами артисты признаются, что для балерин спектакль вельми складаны, так как будуется у основным на подтрымках. Але и балерины, и танцовщики показывают высокий уровень мастерства. Когда есть хорошая музыка, хорошие исполнители и хорошая тема, то работается с удовольствием. Я вот хотел бы, чтобы зритель ощутил это удовольствие. Драматург, ни тем больше постановщики балета не имкнулись до документальной докладности. Историчные особы наделены яркими рысами характеру, которые робят их ведомыми героями. Балет наполнены национальным колоритом. Это и музыка, подтримленная народными мотивами, и костюмы, отповедные месту и эпосе, и сам дух вотчины Вітаўта. Каждый день мы отрымливаем великую колькость информации, и то, что нам повинно полегчить житё, одночасово нагружая новыми задачами. Але не будем забывать и про отпочинок, у тым ліку и культурный.